МИД Азербайджана направил ноту России в связи с деятельностью миротворцев. Об этом, как сообщает Дай Ас, сказал начальник управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде. По его словам, азербайджанская сторона неоднократно обращалась к командованию миротворческого контингента с целью предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов на азербайджанских территориях, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, а также ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду. Во многих случаях эти обращения азербайджанской стороны оставались без ответа и не принимались никакие меры для предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана. Согласно информации, полученной Азербайджаном, наблюдается незаконная эксплуатация природных ресурсов, особенно в золоторудном месторождении Кызыл-Булак и медно-молибденовом месторождении Демирли. С 3 декабря текущего года были проведены переговоры между представителями соответствующих государственных учреждений Азербайджанской республики и российского миротворческого контингента с целью определения методов проведения мониторинга на этих территориях азербайджанскими специалистами. Гаджизаде отметил, что, несмотря на попытку азербайджанских представителей посетить два района, где совершается незаконная добыча полезных ископаемых, 10 декабря, в соответствии с достигнутой договоренностью, эта поездка была сорвана. На фоне того, что российский миротворческий контингент не предпринял никаких мер, поездке помешали заранее спланированные действия местных жителей. В связи с этим МИД Азербайджанской республики направил российской стороне соответствующую ноту. Российский миротворческий контингент, дислоцированный на части территории Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, должен строго соблюдать суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской республики во всей своей деятельности, отметил начальник управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!